Круто. Но, видимо, придется бросить. Нормально. Отхерачил ему руку. Так, со здоровьем проблема, она... Тихо. Да откуда вы беретесь-то, а? Пока что вот эти мелкие, блин, от них больше всего проблем. Так, ну все, видимо, возвращаемся назад. Вон там аптечки я вижу. Это хорошо. Так, тихо, тихо. Ну, собственно, и все, да? Давайте использовать пожарный топор. Что у нас там? Ну, собственно, актовый зал. Он же спортзал. И, видимо, сейчас тут будет мясо. Давайте сбегаем за тесаком мясника. Мне интересно, что это за оружие. Первый раз за игру мне, собственно, его дали. Топор-то я знаю, что он медленный, неповоротливый. Но мощный. Особенно если в висок попасть. Так, вот он наш тесачок. Кия. И теперь... Блин, чё ж наш персонаж так выдыхается-то быстро? Не побегаешь. Приходится ползать. Квадратные мужички. Они такие... Так, ну и пойдем. Собственно, давайте допишемся. И пойдем. Блин, сколько тут места-то, а? Мячик. Да насрать. Кто-то толкнул мячик. Так, и что, куда мне идти? Напоминает мне сцену из Dead Space 2, где там нужно было нажать... Да-да, надо было нажать питание, включить. Открывали шторы, оттуда перла куча всяких мразей. Я надеюсь, этот сценарий не повторится. Здесь. Охереть. Отпечатки. Похоже, нашего маньячину уже начали разбирать на части, пока мы тут вошкаемся. Я, в принципе, не против. Единственное, что... Окей. Ну давай, выпрыгивай. Так, видимо, мне вниз, к этой скотине вертлявой. Давайте в уголок и ждем. Ждать, похоже, придется долго. Так, а ну вот сюда она уползла, да? Да-да-да. Блин, постоянно приходится оглядываться. Так, хорошо. Я вот жопой чую, что вот этот хер сейчас... Херню вот эту сейчас кто-нибудь пробьет.
потому что не может так просто быть, что нет выхода, зато есть стена, которую легко проломить. Вот увидите сейчас. Или нет? Ну ладно. Игра непредсказуема, это уже хорошо. В эфире, допустим, вы помните, наверное, был момент, когда я прям дословно предсказал, что там в течение 2-3 минут случится. Вот эфир третий — это игра предсказуемая и, следовательно, хреновая. А здесь все просто самый торт. Здесь тупик? Нет. Просто выход. А, ну я понял, где мы оказались, да? Или нет? Третий этаж, или это уже улица? Это, я не пойму, то ли крыша, то ли мы вышли как-то на улицу с третьего этажа. Тогда я просто не понимаю планировку этих зданий. А с какого третьего, собственно? Мы же спрыгивали там в актовый зал. Так что все нормально. Это я опять что-то тупил. Опять большое открытое пространство. Так, тихо. Что у нас тут? Тут у нас аптечки. И винтовка. М14, это хорошо. Так, конечно, то, что прицела нет, это плохо. Придется стрелять в упор. Сколько тебе патронов? 5 патронов, но я думаю, каждый патрон в винтовке-то калибр серьезный. Будет убивать наповал. Thomas speaking. Опять этот скотина непонятный, дерганый. Ну ладно. Странный глюк, вообще бессмысленный какой-то. Ага. Здоровячок. И нет здоровячка. Винтовка рулит. Блин. Жаль, патронов мало. Давай. Давайте. Разбирай. Тихо. Так, выключим фонарик, пока не палимся. А тут никто не может прийти. По-моему, нет. Так, все вроде. А вон еще. Все, кажется. Что-то тут уже какая-то война пошла просто. Так, это скончался. Ну, довольно легко все, в принципе, получилось. А нет, еще ничего не закончилось. Давай, хватай быстрее, там ко мне бегут. Четыре патрона. Ну, это никуда не годится, давайте возьмем трубу с проводами. Так, и что, я так чувствую, что мне вот сюда можно забраться. Потому что там пацан был, но, видимо, нет. И так, идем дальше. Бойня была довольно-таки оживленная. Но не сказать, что особо сложная. Потому что я уже к ним привык, и у меня была винтовка.
Сюда спрыгивать? Да, я знал. Это было очевидно. Больше просто выхода не было никакого. Так, я что, в начале оказался? Или нет? Просто похоже помещение. Потому что, по крайней мере, лестницы там не было в начале. А, ну это и вход. Та самая дверь, которая мне не открылась. Так, идем, идем. Ага, вот и наш маньячина, видимо, которому руку отчекрыжили. Так, чё, отпечатки крови, что ли, на стене? В ультрафиолете там, конечно, все прекрасно видно. Только я, собственно, отпечатков пока не увидел. Так, где тут гнутый прут? Давайте его возьмем. Он намного лучше, потому что, чем эта труба с проводами. Ага, вот ты где. Протерся. Тибетс. Сейчас я чувствую, мы тебя найдем по частям. Так, ну-ка, ну-ка. Хорошо. Что-то, блин, какая-то совсем уже чертовщина творится. Давайте сходим за птичкой. Это давно что-то я себе в рюкзак птичек не складывал. Уже запах гниения исчез. Нет, это говно. Этого мне не надо. Угу. Кто-то пробежал. Блин, что-то в горло попало. Так. Ну и как я тут пройду? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, черт. Ну что ж, придется идти. Минус один. Вон там какой-то толстый бегает. Никто не может совладать силой гнутого прута. Давай, давай, братья, иди сюда. Сейчас тебе пропишу поперек морды. Ой, или ты мне. У меня есть шокер, а у тебя? Так. Маленько греб я, конечно. Но слава богу, что маленько. Так, это на что? Толчок? Или раздевалка. Душевая, короче. В доме кошмаров душевая мне как-то дала просраться. Что же нас ждет здесь? Лопату надо.
Иначе я туда не пройду. Пойдемте искать лопату. Блин, дай-ка приляг, а? Вот я шугаюсь уже второй раз. Думаю, кто там стоит. Тихо, тихо, тихо. Ага. Trail just ends at a bank of lockers. Thomas, have you looked inside? Ну давайте заглянем внутрь. Ага. Братюня уже опять чурился. Видимо, от кровопотери. Потому что натекло с него как со свиньи. Туда тебе дорога, маньячина. О, блядь! Скотина! Ну что ж вы делаете со мной, а? Ой, бляха-муха! Фу! Ну ты скотина! Ну ты меня напугал! Мразь, я думал, он уже окочурился давно-давно. Блин, суровый чувак этот маньячина, который нас подставил. У тебя губки отрезаны, да, я смотрю. Similar to the pesticide we found on the matchmaker's neck? An exact match. I've been running an analysis on those samples. It's azinfos methyl and is class 1, highly toxic. Was previously used as an insecticide for all sorts of agricultural crops, now banned for domestic use, and can only be used commercially by permission. This particular formulation includes some other trace chemicals and can be matched to a brand name called Applewell. I've put in a contact to the company to see if we can get a purchaser's list. Applewell. Apples. Yes, as I said, it was used on all sorts of agricultural crops. Apples would be one of those. Yeah, the town of Briar is pretty rural. Any chances there's an apple orchard up there? I'll get right on it. Так, у нас есть новый след. Какие-то химикаты, которые, судя по всему, применяла только одна компания. Скотина, ну ты дал. Ну, по крайней мере, у нас есть лопата. И мы двигаемся подальше от этого козла. Осторожно, не спеша, заглядываем за углы. Что-то как-то, блин, зрение просветлело. Это так и надо, или это глюк какой-то? Ну, собственно, давайте повернем клапан. Там какая-то дерганая тень. Ёп твою дивизию. Что там творится?
Ладно, вы все прекратили, да? Ну ладно. Бассейн. Бассейн. Это я пока не понял, хорошо или плохо. Так. И нам, по-видимому, придется спрыгнуть вниз. Вот это уже хреново. Давайте запишемся.